Здесь предлагаются варианты применений названных бросков. Вы можете использовать совершенно другие броски или другую технику. Мы не утверждаем, что только наши варианты верны. Наша задача – показать принципиальное применение бросковой техники, которая по скорости и жесткости стоит на одном уровне с ударами. Обратите внимание, рывок руки в сторону через грудь, параллельно ковру. Подбивающая нога ставится на носок. Задняя подножка, как освобождение от захвата за шею двумя руками.